Мы тут, в общем, нашли такую вот красоту. Я один раз уже покаталась. Я, наверное, уже всю помаду съела, да? Ой, а что это я раскачиваюсь в одну сторону? Я же вообще была высоко, слушай. Это сколько... А сколько ты не засекал, сколько я... Нет. У меня такое ощущение, что минут 10, наверное. Но я была прям вообще там вот в стратосфере. Улетаю! Взлетаю! Осторожно, не верю. Не даю прекрасно. Летят, летят, летят. Крылатые качели. Летят, летят, летят. Детство кончится когда-то. Ответь оно не навсегда. Стану взрослыми ребята. Разлетятся куда? А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только звезды впереди. Только небо, только ветер, только лето впереди. Зубая, души еле, боже мой. Меня аж дыхание захватывает и заканчивает. И теперь я буду очень долго останавливаться. Это реально по ощущениям, как будто я еду с очень высокой горки. Очень-очень-очень быстро. Фух. Хорошая такая, я тебе скажу, нагрузочка, если честно. У меня почему-то болят ноги в области бедра. В общем, если найдете где-то адекватное что-то, очень рекомендую, в каком бы вы ни были возрасте. Мы с вами говорили по поводу того, как развлекаться этим летом. Ну вот вам одно из развлечений. Ой, мама моя. Я сейчас буду очень долго останавливаться. Маятник. Ты еще снимаешь, да? Да. Хорошо. Я куда-то, видишь, наискосок куда-то, я вообще не понимаю. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо.